Я подарую тобі зиму в абсолютній безпеці. Я – зимова шина «Континенталь». Генеральний спонсор програми «На першому автомобільному». Увімкни світло наповну. Philips – партнер проєкту по безпеці «На першому автомобільному». Здравствуйте! Это программа «Секреты безопасности» и с вами я, ее ведущий Олег Василевский, а мне помогают руководители Международного центра безопасного вождения «Физика движения» Александр Саракеев и Кирилл Каландрец. В прошлой программе мы рассмотрели, что же должен сделать водитель еще до того, как он задействует ключ от зажигания. Итак, запомните следующие вещи. Путешествие на автомобиле начинается тогда, когда вы подходите к нему. Перед тем, как сесть в автомобиль, внимательно осмотрите его снаружи и окружающее его пространство. Попав вовнутрь автомобиля, заблокируйте центральный замок и обезопасьте себя от очень вероятных проблем. В сегодняшней программе о том, что делает водитель, вставляя ключ в замок зажигания. Ключ передаю Кириллу. Прошу вас, Кирилл. И начнем мы с вами с разборов световых индикаторов на приборной панели. Наше общение с автомобилем начинается сразу после того, когда вы провернули ключ в замке зажигания в первое положение. Сразу после этого на приборной панели у нас загорятся световые индикаторы. Эти индикаторы можно поделить на три типа. Зеленые, информирующие нас о том, что включен ближний свет, либо же передние противотуманные огни. Следующими после зеленых лампочек у нас идут желтые индикаторы. Они у нас предупреждающие. Чаще всего они нас информируют о мелких неисправностях, с которыми движение можно продолжать, но настоятельно рекомендуется обратиться в ближайший сервис для их диагностики и устранения неполадок. Также желтым цветом автомобиль информирует нас о том, что могут быть включены у нас задние противотуманные огни, либо выключены подушки безопасности в случае установки детского сидения на переднем ряду. После желтых лампочек у нас идут красные лампочки, лампочки тревоги. В случае, когда загораются эти лампочки, чаще всего движение на автомобиле запрещено. В таких случаях надо автомобиль эвакуировать в сервис для устранения неполадок. Но если у вас горит красная лампочка, не стоит паниковать. Проверьте, может быть, просто у вас не пристегнут ремень, либо автомобиль продолжает стоять на стояночном тормозе. Также у нас есть одна лампочка, которая не подходит ни под один из этих трех пунктов. Это лампочка дальнего света. Она у нас загорается синим цветом, для того, чтобы мы не могли ее ни с чем перепутать и всегда знали о том, что у нас включен дальний свет, если это неуместно. И подведем итог. Зеленые лампочки нас просто информируют и не запрещают эксплуатацию автомобиля. Желтые лампочки информируют нас о том, что мы можем продолжать эксплуатацию автомобиля, но в ближайшее время надо обратиться в сервис. Красные лампочки обозначают тревогу. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена. Автомобиль своим ходом перемещаться не может. Это небезопасно. А дальше передаю слово своим коллегам Олегу и Александру. Спасибо. Спасибо, Кирилл. С индикаторами разобрались. Что дальше, Александр? Дальше мы посмотрим то, что мы должны делать после того, как мы проверили индикаторы, то есть ремни, зеркала и внешнее освещение. Ну, заводи машину. Так, красная, зеленая. Все, как говорил Кирилл. Да. Ждем, пока машина прогревается, мы делаем некоторые другие пункты. То есть, начинаем с ремней. Нам надо, по большому счету, не только себя пристегнуть, но и проверить всех пассажиров. То есть, дети в детских сиденьях, беременные тоже пристегиваются, есть правила правильного пристегивания беременных женщин. Толстые тоже пристегиваются, я все слышал, без исключения. Я слышал, собак тоже пристегивают. Есть, на самом деле, для собак тоже специальные ремни. И они, кстати, вот с таким же держателем, чтобы собака не убежала во время резкого экстренного торможения. От испуга? Да. Помимо того, что мы просто пристегнулись, мы берем вот так вот двумя руками, да, мы не просто ложим на себя ремень, мы берем двумя руками вот так вот, оп, и подтянулись немножко, да, попу в углу сиденья. Вот.
Вот. То есть после того, как мы пристегнулись, мы можем проверить о том, что как у нас вообще зеркала себя чувствуют. То есть за то время, пока мы отсутствовали, могли кто-то проехать, ударить, пройти, просто отбить стекло зеркала бокового заднего вида. Ну и то есть просто проверяем. Может быть, жена сидела, дочь, сын или кто-то, кто имеет доступ к этому автомобилю, мог уже настроить по-другому сиденье, и зеркала уже все сразу сбились. Mm-hmm. То есть мы это все быстренько легким осмотром проверили. Ну и зеркала, ремень. А потом дальше мы переходим к внешним осветительным приборам. Мы всегда в городе ездим с ближним светом. Это... Либо с дневными ходовыми огнями, если такое предусмотрено производителем, правильно? Но только в городе. ДЛРы не работают, к сожалению, на больших расстояниях. Угу. Ближний свет – это залог успеха. Едем на ближнем свете, всегда лампочки ближний. Не экономим провода. Нет, экономия лампочек – это не то, на чем мы должны экономить, если учитывать безопасность. Прежде всего безопасность, а потом уже экономия. Вот. Если есть в машине передние противотуманные фары, их желательно тоже включать. Это для чего делается? У нас есть пешеходы. Железо железом, а человеческая жизнь главнее всего. Угу. То есть нас лучше всего видят пешеходы боковым зрением. Почему боковым? Они нам переходят дорогу перпендикулярно. Есть две категории, которые попадают чаще всего под автомобили. Это дети и пожилые люди. Угу. Есть статистика о том, что с включенными фарами, ближним светом и противотуманными фарами, нас намного метров дальше видно боковым зрением, нежели без этого всего. Почему противотуманные фары? Это очень легко проверить, если мы включим противотуманные фары и ближний свет и подойдем к машине немного сбоку. Когда будем подходить, мы видим только противотуманные фары. А если будем отходить от машины, лучше видеть... Да. Светит под углом. Вниз и под углом, да. Вот. А ближний свет, он больше настроен на дальнее расстояние. И вниз, да. Поэтому мы, включая передние противотуманные фары и ближний свет, как говорится, ну, можно сказать, две категории покрываем сразу расстояние до преграды возможной. Угу. Вот. А как же с третьим водителем? Мы их не слепим противотуманными? Противотуманными фарами передними не светим. Угу. Вот о заднем мы поговорим чуть позже. А что говорят правила дорожного движения? Можно ездить с включенным противотуманным светом, если нет тумана? В Украине можно. Можно. Вот. Теперь переходим, наверное, наболевшая для некоторых водителей нашей истории, это задняя противотуманка. Угу. Люди, включая передние, иногда нечаянно включают задние, потому что обычно это находится около две рядом кнопки или же в одном и том же рычажке. Да, на разных машинах по-разному. Вот. Вот ее на самом-то деле нельзя использовать тогда, когда у нас, ну, не та погода, скажем так. А мы ее можем использовать только в трех случаях, основных трех случаях. Это туман, любой туман, мы включаем противозаднюю туман. Я бы даже сказал, очень сильный туман. При любом тумане. Да, после дождя днем. Объясню почему. Потому что за машиной, которая идет днем, поднимается пыль водяная. Угу. Да. После снега. То есть снег идет. Угу. Во время снега или после снега мы тоже включаем противотуманную, заднюю противотуманку. Почему? Потому что та же пыль поднимается только из снега уже. Угу. Вот. Ну и во всех остальных случаях мы ее не должны включать, потому что она очень слепит сильно сзади идущих водителей. Дальше мы проверяем все остальные световые приборы, которые у нас присутствуют в автомобиле, внешние. То есть повороты и аварийки. Дальний свет. Поморгали, включили. Это разные направления рычажка обычно у всех машин. Вот, они должны и то работать. Иногда бывает, моргает, работает, а включить не работает. Тоже, это мы тоже должны проверить. Вот, это все можно проверить самостоятельно. Насчет стопов. Это трудная проверка на самом-то деле. Потому что нажать и посмотреть не получится. Не получится. Вот. Должен быть или помощник, или же мы можем приехать к стене задней части автомобиля. И в зеркало заднее. В зеркало посмотреть, увеличивается ли красный свет. Вот. Насчет задней передачи. Ее очень легко проверить даже самому. Это включить заднюю передачу и заглушить мотор. А потом снова включить его в положение масса. Да. Задний ход будет гореть, угу. Если он работает. Угу. Вот. Выйти можно и посмотреть. Да. Потом снова ставим на паркинг и только после этого заводим машину. Все, на этом все. Проверка световых приборов в этом-то и заключается. На самом деле, но лучше иметь при этом своего помощника. Это была вторая программа нашего цикла «Секреты безопасности». Обращаю внимание,
Две программы, но мы еще не поехали. Скажу по секрету, в следующей программе мы еще не поедем, потому что секреты безопасности до того, как вы завели автомобиль и поехали, на этом еще не закончились. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч и везения вам на дорогах. Я подарую тобі зиму в абсолютній безпеці. Я – зимова шина «Континенталь». Генеральний спонсор програми на першому автомобільному. Увімкни світло на повну. «Філіпс» – партнер проєкту по безпеці на першому автомобільному.